Где мы едем? На чертовом колесе. Куда мы едем? Наверх. Будем смотреть Полтаву. Да. Кстати, раньше это колесо быстрее крутилось. То-то меньше было. Оно никогда быстрее не крутилось. Неправда. Оно еще и поржавело, и поскрипело. Ржавеет и скрипит. Глянь, солнце нам как в объектив. А вот эти детали так быстро крутятся, но так медленно. Передаточное число специально. Ты же изучаешь строительное дело у нас. Не изучаю. Ну как это не изучаешь? Лего кто строит? Я. Центр тяжести ты же уже знаешь? Не знаю. Как не знаешь? Ты же вычисляешь, что-то ровно, чтоб стоял. Тышка. Держись. Так высоко. Ну не выше 9-этажки. Я в этом уверен. Выше. Выше? Почему это? Я же живу на 9-м этаже. Ну сейчас подымемся, посмотрим. Уже верю. Давай сфоткаемся. Как раз солнце, глянь, из-за деревьев появилось. Ой, как давно же я тут была. Анатолий? Красота какая. Лиза, Лиза. Ты шо? Держись, а то у меня аж все затряслось. Боже, не знаю. Отсюда не видно этого аквапарка? Харьковского нет. Мы подъезжаем к самой верхней точке. Ой, мне страшно. Красиво. Итак, самая верхняя точка. Подъезжаем, 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 подъезжаем. Я думаю, как раз 9 этажей где-то. Даже больше. А мы сейчас внизу спросим высоту. Как? Как определяем самую верхнюю точку, чтобы эта труба ровно стояла? Вот она. Вот. Самая верхняя точка. Очень страшно. Мне капец, как страшно. Все обошлось. Не думала, куда пойдем. Сейчас на ниндзя черепашки. Хорошо, пап? Вместе покрутимся. Мы купили краску за ниндзя черепашки. А нам на ниндзях не интересно. Давай на машинке уже. Только можно я поделюсь? Это не вопрос. Не, сама будешь? Да. В машинке. Но это опасно. Ну хочешь, давай, ты хочешь сама или давай пойдем все вместе втроем и две машинки возьмем? Давай. Ты будешь с кем-то из нас? Будем. С мамой. С мамой? Я за рулем. А, ты за рулем? У тебя мама я прав, а у меня хотя бы на велик прав. Права на велик? Ну что, меня недавно купили. Права? Или велик? Права. А права в комплекте были? Логично. О, там уж покупатели пришли билеты. Мы спускаемся, так потихоньку.